Через каждые 300 метров по всей протяженности маршрута от стадиона до железнодорожной станции Мацеста установлены скамейки. Но долго никто не засиживается. На тропу здоровья приходят любители здорового образа жизни, чтобы позаниматься лечебной ходьбой, побегать, покататься на роликах или велосипеде. Кстати, трасса подходит и для занятий маунтинбайком. Есть крутые склоны и повороты. Я периодически здесь появляюсь, я занимаюсь здесь физическими упражнениями, совмещаю это с простым любованием природы. Мне очень нравятся здесь красивые места. Узнал в этом месте, когда ездил в университет, как раз по дороге рядом. Мне очень нравится, что вроде бы и недалеко от людей, большого населенного пункта, а вроде бы и такое достаточно уединенное место. Создали тропу еще в советские годы, но со временем Теренкур пришел в негодность. Кроме того, здесь велись строительные работы. Тропа здоровья несколько лет была закрыта. По поручению главы города Теренкур реконструировали, побелили бордюры, покрасили так называемые парковые диваны и привели в порядок покрытие дорожек. Функционирует тропа с 2009-го, а последние 3 года здесь ежегодно проходят соревнования и молодежные акции. Достаточно оборудованные для дозированной ходьбы, для занятий спортом, с наличием лавочек, с наличием освещения, хорошего покрытия, Теренкур. Территория позволяет здесь проводить нашему отделу по работе с молодежью массовые мероприятия. Маршрут тропы здоровья проложен по территориям нескольких здравниц, но по договоренности с руководством этих санаториев проход закрывают только с 11 вечера до 5 утра. На Теренкуре поддерживают чистоту, проводят субботники, косят траву, обрезают деревья. Сейчас началась подготовка к городским соревнованиям по бегу по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Состязания будут приурочены к началу нового учебного года.